Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем один отрывок из книги «Деяния святых апостолов», 17 глава, с 15 стиха будем читать до конца главы. 17 глава «Деяния», с 15 стиха. «Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились». В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». И, став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем». Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Мы прочитали этот отрывок о жизни, о событии апостола Павла, о его проповеди в Афинах. Братья и сестры, беспокоил ли вас когда-то вопрос, как засвидетельствовать другим людям? Меня он всегда беспокоит. Как начать разговор с людьми? Как поделиться благой вестью? Особенно трудно всегда перевести разговор. Бывает, встречаешь человека незнакомого, легко завязать с ним просто разговор, познакомиться, откуда он, рассказать о себе, поговорить о каких-то общих, может быть, темах. Но всегда думаешь, как же перевести разговор, чтобы им об Иисусе рассказать. В этой истории мы увидели, как Павел завел разговор, как он начинал свое благовестие. Поэтому из этого отрывка попытаемся взять несколько очень важных истин для каждого из нас, а также для тех, кто еще не уверовал в Иисуса Христа. Один из принципов Павла был тем, что он, приходя в какое-либо селение или в какой-то город, шел в синагогу. В синагоге собирались люди, чтущие Бога. Там читали и рассуждали о законе Божием. Поэтому Павел всегда начинал с благовестия в синагоге людям, верующим в Создателя. Они не знали об Иисусе Христе, но они знали Ветхий Завет, они знали о Боге, они знали об израильском народе. В основном там собирались иудеи. Поэтому Павел начинал свою проповедь чаще всего из синагоги, где начинал излагать об Иисусе Христе из Ветхого Завета, показывать людям,
о пророчество об Иисусе Христе и таким образом благовествовать. В Афинах Павел также пришел в синагогу, где встречался с людьми, чтущими Бога, но также выходил на площадь просто общаться с людьми и вступал в разговор. В Афинах, в Греции было много философов, и вступать в разговор и вести дискуссию – это было естественно для той местности. Люди собирались на площади, общались, спорили, рассказывали свои точки зрения. Это было принято тогда. В 21 стихе мы прочитали: «Особенно афиняне любили слушать и обсуждать что-то новое». В одном из таких разговоров Павел благовествовал об Иисусе и воскресении. Это не понравилось некоторым философам, и его привели в Ареопаг. Ареопаг – это холм в Афинах, на котором место суда, где выслушивались дела различные, где люди принимали решения, суд был. Апостола Павла привели туда для того, чтобы точнее разобраться в его учении. Здесь очень интересно заметить принцип, который Павел использовал, чтобы начать свое благовестие. Представьте, что он находится перед слушателями, людьми образованными, философами, судьями. Ему нужно свою цель достичь, рассказать им об Иисусе Христе. Он не преследовал цель защищать себя и избежать суда. Он всегда преследовал цель как можно больше людям рассказать об Иисусе Христе. И смотрите, как он начинает. Афины был город, наполненный идолами. Люди верили в многобожие. И Павел заметил одну деталь, за которую можно было ухватиться. Он начинает проповедь с того, что выделяет афинян, как признающих над собой какое-то божество. Заметьте, он не начал их ругать сразу. Он не начал их сразу обличать. Он заметил, за что можно зацепиться, как можно достигнуть, чтобы внимание, чтобы они послушали. И вот он нашел это. Поэтому, заметив жертвенник неведомому Богу, Павел нашел, за что зацепиться, чтобы привлечь их внимание и чтобы рассказать им истину о спасении. Этим язычникам в первую очередь нужно было указать на самое начало. Мы прочитали в 24 стихе. Павел говорит им о Боге Творце. Нужно, чтобы каждый человек понимал, что один Бог, который есть Бог на небе и на земле. Не может быть много богов, но один Бог Творец и Создатель над всем. Так как они верили в множество богов, Павел сразу сосредотачивает свое внимание и показывает им, что один Бог, один Создатель, один Творец над всем. Затем звучит истина, что Бог сам дает всему жизнь и дыхание. Он самодостаточен и не нуждается ни в чем. Его не может вместить никакое сооружение, никакой храм. Ему не нужны дела рук людей. Он первоисточник всего. Он им показывает Бога Творца, Бога, который сотворил все, и Бог, который ни в чем не нуждается и ничто не может его вместить. Это истина о том, что нельзя Бога замолить чем-либо. Люди религиозные, которые хотят чего-то добиться или попросить чего-то от Бога, они идут в церковь поставить свечку или сделать пожертвование, поучаствовать в благотворительности. Таким образом, они думают, что что-то они для Бога сделали, и теперь Бог будет склонен к ним. Когда нет живой веры в будущее с Богом, но есть какой-то внутренний страх или дискомфорт от бесцельной жизни, тогда люди пытаются сделать что-то доброе. Им кажется, что если они сделают в жизни что-то доброе, этим они как-то угодят Богу. Но Бог не нуждается в этом. И это не принесет человеку пользы без живой веры. Так делали и языческие народы. И Павел обращается к этим жителям Афин, которые поклонялись разным идолам, и также делает на этом акцент. Языческие народы поклонялись идолам, божествам. Богу дождя они отдавали свои почеты, Богу солнца свои почеты, Богу плодородия свои почеты. Таким образом, они пытались склонить на свою сторону или в угоду себе явление, не поддающееся человеческому влиянию. Ну, такой пример. Человек не может изменить температуру воздуха.
Но придумав божество, которое за это ответственно, они начинают ему поклоняться, когда нужно потепление, например. И так образовалось много богов у языческих народов, которым они поклонялись для того, чтобы получать себе благо. Они не понимали о том, что есть Создатель над всем один, который всем управляет, который сам управляет и землей, и творит все, и Богом управлять нельзя. Его нельзя склонить просто на свою сторону. Поэтому очень важно понимать полное Божье владычество над всем. Дальше в 26 стихе Павел открывает Божий замысел существования человека. Для чего вообще люди живут? Почему жизнь продолжается? Почему рождаются новые люди? Сменяются поколения? Меняются границы обитания? Все для того, чтобы люди искали Бога и нашли, потому что Он рядом с каждым из нас. Посмотрите текст, Павел пишет Римлянам, 1 глава, 19-20 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Апостол Павел говорит о том, что Бог рядом с нами. И цель Бога по отношению к человеку, чтобы человек нашел Бога. И он недалеко. Человек может через рассматривание творений посмотреть и увидеть Бога. Бог рядом. Замысел Божий, чтобы человек был в близком общении с Ним. Чтобы человек поклонялся своему Создателю. И самое главное, к чему все идет – это к принятию Божьего Сына Иисуса Христа, чтобы через Иисуса Христа жить с Богом вечно. Это была цель Бога по отношению к человеку. Апостол Павел также показывает им эту истину. В 29 стихе Павел говорит, что мы род Божий, поэтому человек, созданный Богом, не должен думать, что Бог может быть сделан руками человека и может иметь форму, сделанную из золота, серебра или камня. Зачем вообще проповедовать людям? Зачем? Какая цель должна быть у нас, когда мы проповедуем? Она записана в 30 стихе, Деяния 17 глава, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Цель проповеди – для того, чтобы человек покаялся. Времена неведения – это времена до Иисуса Христа. Язычники жили в неведении. Бог избрал израильский народ, Бог являл себя, свою силу, свои планы через израильский народ, но язычники жили в неведении. Времена неведения прошли, и апостол Павел призывает язычников к истинному Богу, поклонению Иисусу Христу, потому что Он показывает им Иисуса Христа, что теперь доступ к Богу открыт. Теперь жизнь вечную может обрести каждый человек, принявший Иисуса Христа. В 31 стихе Павел, мы прочитали, Павел проповедовал, как и подобно как Иона в Ниневии. Если мы видим историю Нового Завета, послания Павла и Деяния, Павел очень много проповедовал о кресте, он нес истину об Иисусе, проповедуя им благодать. Но в этой проповеди, как Иона пришел в Ниневию и проповедовал суд, также и Павел проповедует им и говорит о суде Божьем, который будет производить Бог через Иисуса Христа воскресшего. Можно избегать говорить о суде, о наказании, об аде. Есть такие люди, которые говорят, не нужно об этом говорить, не нужно. Проповедуйте просто хорошую жизнь, проповедуйте только благодать, не нужно говорить о суде. Мы проповедуем все Писание. И апостол Павел также видел важность говорить об этом. И это важно говорить неверующим людям о грядущем суде. Братья и сестры, посмотрите, проповедь, которая заняла всего лишь несколько стихов, но которая охватила весь план спасения от сотворения, от создания человека, от его предназначения, об Иисусе Христе и о суде. Вся Библия,
Весь план в нескольких стихах апостол Павел вложил и передал. Какова была реакция людей? Кажется, что когда такой великий человек проповедует, ну, наверное, должно быть много покаяний, ну, должно быть много людей откликнуться. Мы видим здесь, в данный момент, что реакция была разная. Одни люди отвергли, насмехались, другие говорили, послушаем об тебя в другой раз об этом. Но были те, которые уверовали. Мы слышим, что уверовали и пристали к Павлу. Дорогой друг, сегодня ты тоже на собрании, может быть, уже не один раз. Приходишь сюда, слышишь постоянно истины, Писания, но еще не принял в свое сердце Иисуса Христа. И сегодня также к тебе звучит вопрос, а когда же ты примешь решение? Когда ты последуешь за Иисусом Христом, когда ты примешь Его в свое сердце, уверуешь, будешь иметь вечную жизнь, радость, спасение. Пусть слово, которое мы прочитали, эту проповедь апостола Павла, пусть она также сегодня будет для нас. Какая цель у Бога была для каждого из нас? Его цель была, чтобы мы Ему служили, чтобы мы Ему поклонялись и были с Ним в вечности. И пусть этот вопрос будет решен в твоей жизни, чтобы не остался вне спасения. Аминь. Помолимся.